Слайд мобилизация в положении сидя. Очень просто. Похоже на мобилизацию сидя в шейном отделе позвоночника. Принципы все те же самые и положения сходные. Итак, первое вперед, второе назад, потом дальше боковые наклоны и далее поворот. Амплитуды в лайт мобилизации должны быть какие? Правильно. Ниже нормальных и физиологических. Поэтому нам далеко выносить ничего не надо и не нужно делать никакие глубокие наклоны. В принципе, наклончики минимальны. Единственное, надо делать правильно, а подключая отделы одни за другими. Сначала идет всегда шейный отдел, он создает с преднатяжением, потом вверх в грудном отделе, потом грудопоясничный переход и дальше только поясница. То есть сели абсолютно расслаблены, вдох сделали. Можно вообще по-нормальному дышать, это лайт мобилизация. Опускаем вниз, сутуливаемся немножко и чуть наклоняемся вперед. На ноги ложиться не надо, вперед наклонились, чуть-чуть от вертикального положения вперед ушли, этого достаточно. Точно так же запрокидываемся назад, руки вдоль линии тела, никакой опоры сзади делать не нужно, захватываться за стол не нужно. Голову запрокинули, чуть плечи развели. И чуть отклонились назад. Чуть-чуть. Все. В сторону. Количество раз помните с вами, да? От 1 до 5 на одном дыхательном цикле. То есть долго замирать не надо. Вот. Хотя, если вы уже сразу начинаете подключать синергии дыхательные, то можно делать это чуть дольше. В стороны наклоны. Руки вдоль линии тела. Ноги перед собой, на ширине плеч стоят, корпус вертикальный, помните исходное положение, точно так же наклоняете голову в сторону, дальше чуть-чуть немножко плечи идут и немножко дальше наклоняетесь за счет перегиба в поясничном отделе. Потянулись, не должны чувствовать натяжения сильного, даже практически никакого не должны, лайт мобилизация, напоминаю, в другую сторону потянулись. Лайт мобилизацию не игнорируйте. Особенно на начальном этапе. С помощью лайт-мобилизации вы, не создавая напряжения и без всякого риска травмироваться, запоминаете нужное положение и даете мышцам урок о том, как будете действовать дальше. Вы их как бы обучаете. Поэтому не игнорируйте. На начальном этапе, первые несколько недель перед мобилизацией, и уж тем более перед усиленной мобилизацией с помощью синергии, делайте лайт-мобилизацию. Очень вам рекомендую. Несмотря на всю простоту, курс довольно сложный в исполнении и контроле. Даже в исполнении он прост. Он сложен в контроле. Но когда вы научитесь это все делать, там все на автомате делается за минуты считанные. Эффект просто волшебный. Но будьте, пожалуйста, методичны и настойчивы в постижении своего пути. Это крайне важно. Дальше повороты. Вот сейчас нам усиление никакой руками не нужно, поэтому руки вдоль линии тела находятся. Делаем вот так же поворот головой, немножко плечи разворачиваем и чуть дальше в пояснице. При лайт-мобилизации последовательность поворотов и последовательность проработки всех отделов сверху вниз чрезвычайно важна. Понимаете, если при усиленных видах мобилизации вы вспомните про то, что вы что-то недоработали, например, вы сделали поворот за счет только поясницы. Это будет дальше, да? Усиленная мобилизация будет в следующих видео разобрана. Или дальше в этом видео. Вот. Там вы почувствуете, что у вас хорошо тянется поясница, но что-то не тянется на уровне отдела грудного. И вы, я не довернулся в грудном отделе. Поймете, потому что, во-первых, вы там делаете на длинном выдохе это все, на синергии дыхательной. Замираете и чувствуете сильные натяжения. При лайт-мобилизации вы натяжения не ощущаете, поэтому если вы повернетесь только с помощью поясницы там одной, вы и не почувствуете ни поясницу, ни то, что вы в грудном отделе ничего не проработали. И в шейном отделе, может быть, тоже повернулись только за счет одной поясницы. Или за счет одной только шеи и плечи, а поясницу не довернули, да? Сделали поворот, как вы думаете. В рамках меньше, чем естественная у вас амплитуда. Вот. И поэтому она ничего не даст. Чтобы она дала, вы здесь должны максимально работать на уровне полного самоконтроля в том ключе, что вы работаете сначала шею, плечи, грудопоясничный переход и поясницу. Тысячный раз говорю, да? Очень важный момент, сам главный. Вот.
Так сделали поворот в одну сторону, в другую. Это неплохо будет, если у вас на начальном этапе оно будет вот так вот несколько роботизировано. То есть в каком плане? Что сначала чик голова, чик плеч, чик дальше, ну вот ниже, грудопосечный переход, бамс, еще больше уже на уровне бедер практически. Вот. То есть не в одно движение, да? А в несколько. Это неплохо для контроля. Вы разбили на 4 фазы шея, плечи, грудопоясничная, поясница. Если стоя, то еще и бедра. Замечательно. Потом, когда-то это все сольется воедино, все будет очень просто. Ну вот на этом, собственно, лайт-мобилизация и закончена. Теперь мобилизация.